Хаюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня третья часть выживания в Майнкрафте Pocket Edition. Собственно, во второй серии я обещал, что мы начнем с домика ведьмы, но, к сожалению, я блуждал по болоту и ничего не нашел. Блуждал около 10 минут и перебрел вот в эту березовую рощу, где у нас растут одни березы. Да, друзья, такой биом существует, он и вправду добавлен в мир Майнкрафта. И хочу сказать, что сегодня у нас довольно скромные планы, мы сегодня будем просто путешествовать по миру, искать что-нибудь новенькое, обязательно зайдем в пещеру. Но долго там мы не будем, потому что во второй серии, половину этой серии второй, мы были в пещере. И многим, возможно, даже не понравилось, даже, наверное, больше половины серии. Поэтому просто сегодня найдем пещеру, маленько там поблуждаем, может, около минут двух. И, друзья, отправимся дальше путешествовать по нашему миру Майнкрафта. Ну, планируем, конечно, найти, опять же, что сказал, интересно, что-нибудь. Ну, было бы интересно, если мы нашли дом ведьмы. Это было бы вообще зачетное. Ну и можно, конечно, найти что-нибудь другое. Ну вот, собственно, друзья, мы нашли пещеру. Это у нас первый план на сегодня. Собственно, мы, можно сказать, первый пункт выполнили. Теперь второй пункт у нас. Накопать ресурсы и выйти из пещеры. Собственно, будем все это выполнять. Ну и, конечно, друзья, еще третий пункт. Это не умереть в этой пещере. Но можно это все соединить в один пункт. И у нас получится второй пункт целиком. Выбраться и не умереть. Такой наш девиз. Так, собственно, копаем уголь. Так, ты меня немного испугал. Откуда ты вылез, скажи ты мне? Он просто резко вылез, и там еще второй. Собственно, такая же история получается у нас, как и второй серии. Заспавнились два зомби. Но, возможно, это новая фишка в новом мире Майнкрафта, но вообще в Майнкрафте, друзья. Потому что такого раньше не было, сколько я играл. У меня все время спавнились зомби по одной штучке. Или вообще не спавнились, но теперь они спавнятся почему-то группой, что довольно странно. Возможно, это более приближено к реальному миру. Хотя в реальном мире зомби вообще нет. И буду надеяться, что их никогда не будет. Ну, а давайте, да, отправимся туда. Я ничего не забрал его броню, мы его выкинем, потому что она вроде не зачарованная. А, друзья, такой брони толку нет. У меня золотая броня зачарована. И также хочу сказать, что я сделал железные вещи, чтобы не засорять видео. А также нечаянно я забыл, что у меня есть золотая броня, друзья, и я сделал железную броню. Надеюсь, вы меня простите. Да, друзья, простите. Ну, а, собственно, если золотая броня сломается, мы быстро оденем нашу железную. Ну, вы знаете, что золотая броня быстро ломается, поэтому такое будет 100%, я уверяю, что если взорвется крипер или нас кто-то еще ударит, то наша броня просто-напросто быстро сломается. От одного взрыва крипера, наверное, могут сломаться одни ботинки или целиком комплект повредится довольно сильно. Ну, а давайте тогда двигаться в ту сторону. Мне интересно, что же там находится. Ну, а, как сказал, да, броня, друзья, не зачарованная, толку от нее вообще нет. Ну и, собственно, вот такая у нас здесь белая водичка. И, друзья, дальше ничего интересного я не вижу. Ну ладно, 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 не надо, друзья, ничего писать. Я возвращаюсь обратно. Как и обещал, долго блуждать мы не будем, потому что это уже даже меня бесит. Ресурсов у нас достаточно. Ну, а, собственно, золото, алмазы нужно искать довольно на глубокой глубине. И у нас пошел дождик. Ну и, друзья, зачем? Зачем ты пошел? У нас снизился FPS. Ну, многим сейчас это не понравится, друзья. Но я извиняюсь сразу за такой FPS. Я не знаю, зачем он пошел. Но мы нашли, черт возьми, деревню. Что довольно прекрасно. Лошадочка, привет, лошадочка. Ну, ты, наверное, самой не хочешь здороваться, да. Хотя ты открыл рот, не знаю, зачем ты открыл рот. У меня ничего вкусненького для тебя пока что нет. И, собственно, давайте двигаться вот в эту прекрасную деревню, которая, надеюсь, что-нибудь будет. Но мне кажется, она довольно маленькая. И здесь уже есть носатый. Что ты там делаешь, дружок? Почему ты смотришь на задницу второго жителя? Вот что? Ну ладно, хотя я знаю, что они ненормальные. Но уже деревня показывается и баги. Ну, мы уже видим растительность. И что же это у нас растет? Так, ну-ка. А, друзья, это у нас картофан. Соберем, конечно, картошку. Картошка всегда пригодится, мы сможем ее пожмякать, когда будем идти. Ну, а, собственно, пшеницу брать мы не будем, потому что толку от нее вообще нет. Так, я думал, это у нас горящий скелет или зомби, а это у нас всего лишь факела. Довольно странный свет в этих шейдерах. А, да, друзья, не надо упоминать о этих шейдерах. Вы хотите шейдеры, да? Вы хотите шейдеры? Давайте наберем под этим видеороликом. Так, подождите, что я говорю? Чтобы вышла третья серия, набираем 50 лайков, выходит третья серия. И чтобы я выпустил не свои друзья, ну, шейдеры я немного, конечно, изменил. Вот это наполовину они мои, наполовину они не мои. Чтобы я выпустил шейдеры, набираем 80, ладно, 75 лайков. И я сразу выпускаю видео с этими шейдерами. Если хотите, конечно, шейдеры, мы быстро наберем эти лайки, я уверен в вас. Ну, а мы собираем картофан. Собственно, я нашел седло, и у меня появилась сразу идея, у меня есть конская броня. Мы собираем пшеницу и идем кормить нашу лошадь. Надеюсь, у нас все получится, но я не уверен, потому что лошадь довольно
Ну, они довольно привередливые в этом, друзья, случае. Приучать их довольно сложно, многие думают, и так же думаю я. Не знаю, посмотрим, сколько нам пшеницы понадобится. Соберем, наверное, по максимуму, потому что не надо ошибаться. Лучше взять всегда лишнего, чем не добрать. Это, наверное, знают все. И то же самое происходит. Лучше выехать, друзья, раньше, чем выехать позже. Вы не успеете куда-то там, либо на самолет, либо куда-то уехать. Ну, а, собственно, мы идем кормить нашу лошадку. Здесь в данный момент тоже нам придется взять лучше лишнего, чем взять меньшего. И лошадку у нас просто так покушает. Ну, а кормить просто так я ее не хочу. Ладно, давайте попытаемся ее приручить. Она уже сама подходит к нам. Собственно, я вижу, что ее интеллект изменили. Раньше она сама к нам не подходила, она от нас убегала. А, так, она нас бросила довольно плохо. Это уже о чем-то говорит. Говорит это о плохом, но... Так, опять сбросил. Ладно, попытка номер два. Ничего страшного, у меня еще есть яблочки. Мы сможем ее накормить яблочками. И так, подождите, она ведет себя спокойно. Так, давайте откроем инвентарь. Ура. Друзья, аллилуйя. Мы смогли ее приручить, теперь одеваем железную броню. И, друзья, не хочу, конечно, с вас спросить, но я не могу сказать. Я не могу это стерпеть. Ставим лайк, друзья. Ставим лайк за лошадку. Прекрасная лошадка. А также напишите в комментариях, сколько раз вы приручали эту лошадку. Если честно сказать, с другом я приручал один раз, ну а чисто самим собой, то есть даже с вами, я приручил всего лишь один раз лошадку. Ну-ка, давайте проверим факт. Да, друзья, лошади не умеют плавать. Жалко, хотя в реальной жизни они умеют довольно хорошо плавать. А также хочу сказать, что у меня есть мод Херобрин, друзья. Мод довольно хороший. Я надеюсь, в нашем мире Майнкрафт Херобрин никогда не появится. Это будет ужасно. Ну, кому-то это понравится. Ну, а, друзья, многим игрокам это не понравится, потому что в Майнкрафте появится хоррор. Собственно, что же, возвращаемся к моду. Хочу сказать, что есть мод на Херобрин. Он мне немного не нравится, потому что он немного простоватый. И что же я этим хочу сказать, друзья? А если хотите обзор на него, сразу скажу, что... Смотрите, черный экран. Черный экран. Ладно, собственно, расскажу про Херобрина, друзья. Появляется он через несколько минут, творит всякую всячину. И если хотите на него обзор, друзья, пишите опять же комментарий вместе с этой лошадкой. Ну, если кто-то уже написал про лошадку, пишите отдельный комментарий. И я, конечно, его прослушаю. У меня почему-то не работает интерфейс. Странно. Так, у нас все зависло. Черный вылет, черный экран, друзья. Ладно, все, лошадка идет. Честно скажу, что на кнопку сейчас я не нажимаю, она сама двигается. Ух ты, вот это опасный момент. Я чуть не попал в лаву, и, друзья, я немного обкакался, потому что лошадку мы могли убить. Это было бы довольно ужасно. Ну, собственно, мод Херобрин, друзья. Мод на Херобрина будет просто классный мод. Ну, я не хочу его обозревать, почему-то меня его него не тянет. Ну, собственно, пишите комментарии, обозреватель его или нет. Если не хотите сделать, чтобы я сделал на него обзор, друзья, ничего не пишите. Если будет 6 хотя бы комментариев за, то я обязательно сделаю на него обзор, оставлю ссылку. И, друзья, конечно, вы поставите лайк, наверное, и подпишитесь на канал. Ну, а пока мы будем заниматься рейдерством. Собственно, мы убили коровку. Ну, жалко, конечно, коровку, жалко, но подумайте, друзья, нас тоже жалко, если мы умрем от голода. Или все же кого жалко, друзья, коровку или Стива, или там. Ну, ладно, все, я уже болтаю фигню. Все-таки баг не исправили, мы можем также проходить сквозь листву и через некоторые блоки. И, наверное, многие тоже проходили через некоторые блоки. И, друзья, чем же это опасно, мы можем застрять и умереть. Ну ладно, мы можем не умрем, но лошадку мы точно можем убить, потому что лошадка сама выходить не умеет. Ну, мы можем скопать блоки, ну, а вот лошадка точно умрет. Ладно, баранина, так, дай мне свою баранину. Какие резвые овцы, довольно странно, друзья. Ну ладно, собственно, будем двигаться прямо. Я уже там вижу песочный или... Да, друзья, это песочный биом, пустыня. А овец что-то слишком много, когда не надо их мало, а когда, точнее, когда не надо их много, когда надо их вообще нету. Ну и собственно, мы зашли зачем-то в пустыню. Сразу хочу сказать, что, друзья, выживание получилось довольно обширное. Очень классно, мы нашли деревню. Мы каким-то чудом умудрились приручить вот эту прекрасную лошадку черного цвета, надеть на нее броню, добыть 5 обсидиана. А для портала нам понадобится еще немного, и мы сможем отправиться на настоящий ват. Ну, друзья, около 10 обсидиана нам понадобится, чтобы сделать полноценный портал ват. Ну, возможно, возможно, мы сделаем это в следующей серии. Я, может, добуду алмазы, и мы, друзья, по-скоренькому пойдем в ад. Ну, как видите, выживание уже идет довольно долго. Хотите ли вы предложение? Конечно, наверное, здесь хотите, друзья. Собственно, как сказал, 50 лайков. Это чтобы вышло
четвертая серия, а чтобы я выпустил шейдера, который я снимаю, друзья, мы набираем 75 лайков. Шейдер это иностранцы, я нашел на зарубежном сайте, на зарубежном ютубе и немного их модернизовал. Ну, собственно, друзья, выживание, как сказал, обширное. Делать больше нам нечего, потому что мы уже все сделали, и все остальное делать мы будем в следующей серии. Собственно, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, друзья, и подписывайтесь на канал.